Всем привет! Меня зовут Волков Никита, я видеограф и я просто обожаю автоспорт. Я люблю снимать так, чтобы показать все эти мероприятия немного с другой стороны, а именно непосредственно из самой гущи событий. Я решил пойти дальше, начать снимать влоги, чтобы показать вам все закулисье этих мероприятий, познакомить с множеством интересных людей и доказать вам, что автоспорт – это не такая уж несбыточная мечта, как может вам показаться. А сегодня мы поедем на открытую тренировку Южной дрифт-лиги перед финальным стрит-этапом этого года. Все, езжай давай, нам фон нужен. Автоспортом заболел я очень давно. И всегда мне хотелось как иметь какой-то болид. Будь то дрифт, ралли, драк, да неважно. Вот что-то хотелось вот прикоснуться к этой частичке. Частичке автоспорта. И когда я попал сюда, на белую стрелу, год назад, и увидел это, как пацаны на дедушкиных жигах гоняют, да еще как гоняют. Я просто был поражен. Оказывается, чтобы хотя бы прикоснуться к частичке автоспорта, не нужны космические деньги, нужно только желание. Привет, меня зовут РМС, вот, я дрифтер, так сказать, по мокрому езжу, ездил EDL Street, у меня есть два кубка, занял как-то первое место в квалификации в начале, на открытии сезона в марте, и на втором этапе занял второе место, вот, на данный момент я в чемпионате второй, машина у меня пятерка Жигули, на жигулевском моторе, на двух карбюраторах, с увеличенным объемом 1.7. На стоковой подвеске, с пиленными сошками. Из нового в подвеске только амортизаторы. Остальное все сварил, приварил, отрезал. Те же пружины. Вот по задней подвеске стоят газомасло-амортизаторы односторонние. Пружины сдвоенные. Это ПУшные две пружины. ПУшные две пружины просто скрутил между собой и приварил так, чтобы витки между собой не касались. Подвеска стала жестче, крена стала меньше. По передней подвеске по пружинам то же самое. Тоже скрутил пружины, тоже так же приварил. Витки между собой не касаются. Подвеска получается рабочая и в меру жесткая. Как бы вот нажимаешь, и она как бы жесткая, но в то же время на повседневе, допустим, те же полицаи, кочки проезжаешь, она прекрасно их отрабатывает.
Впереди стоят амортизаторы масляные, односторонние. Они кастомно переделаны и довольно жесткие. Их вытянуть целая проблема. Машина отчасти повседневная. Езжу на ней каждый день. Семья она, ну, одна. Вот. Карбюраторы стоят семерочные. Расход отчасти небольшой, если ездить спокойно 8 литров. Ну, на полном дросселе там литров 20, наверное, там просто уже как бы поливает конкретно, и насосов не хватает, стоит газелевский электрический. Вот, машина строилась с целью ездить и здесь, и на повседневе, ну, также на работу, вот каждый день на ней езжу. Вот, здесь ребята подходят радикально к подходу, допустим, ну, по постройке машины на соревнования. Они вот прям полностью выпиливают все, ставят каркасы или, допустим, не ставят каркасы, потому что они тяжелые и как бы он здесь не нужен. Ставят оргстекло, стекла снимают. Вот знаю ребят, вот ставят полууслик, тоя, что не каждый здесь встретить себе может позволить. Вот и приходится с этим бороться. Я на моем примере, допустим, я это делаю опытом. Я езжу много, тренируюсь много, тренировки практически не пропускаю. И, наверное, я думаю, это 100% так. Никто здесь чаще меня не тренируется за этот год. Вот. И вроде неплохо получается. Стабильность есть, машина рулится. На развал заехал, много разных настроек пробовал. Поставил минимальные настройки, что можно было ездить каждый день. Многого не надо, чтобы составлять здесь конкуренцию. Я считаю, вот есть ребята, которые делают это бюджетами, которые вкладываются в машину, чтобы показать результат. Я, допустим, это делаю опытом. Я вот лучше потрачу деньги на тренировку, лишний раз прокачусь, что-то для себя новое найду, что-то затещу, нежели буду покупать новые рычаги за те же 9 тысяч. И вот наблюдая за соперниками, и тут выявили, вот какая резина хорошо берет. Вот взяли с этого пример, резина относительно недорогая, в районе 2200-2500 можно взять и 15-е, и 14-е. Вот сегодня я эту резину тещу, тестами доволен, догоняю, конкуренцию могу составить. Надеюсь, машина не подведет. Keeping it lit, we keep it 300. Your bitch wanna fuck shit up, bitch better have my money, Rihanna. I build this shit up, no surprise. Blessed and tears into eyes. Analyze when we start shooting. It's that Tokyo grind. We'll be right back.
хочешь маленький угол делать, ты сможешь. Попробуй на второй, на третий маленький угол проехать, везде проедешь. Мне. Ну вот и закончилась тренировка. По-моему, она выдалась довольно насыщенная. Как обещал, показал, рассказал, взял интервью у Ромеза. Когда я впервые ее увидел, наибольший шок для меня произошло именно его машина, потому что она сделана просто из того, что было, того, что нашли в гараже, взяли еще одни старые валяющиеся в гараже пружины, сварили их, все, просто взял напильником и сваркой. И он едет, черт возьми, на этом можно тренироваться, на этом можно двигаться вперед. Но я тоже не стою на месте, пытаемся, приезжаем, как говорил Ромес, тренировки, 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 еще раз тренировки. Уже третью подряд тренировку приезжаю, вроде как что-то получается. Тот же самый Никита Фетисов, спасибо ему, что сел в мою машину, показал, что, как, где. И более того, мне удалось с ним прокатиться на его машине, новособранной двоечке, которую вы обязательно увидите в РДС зимой. В общем, много впечатлений, очень много, а еще больше знаний получил на этой тренировке. Будем переваривать, будем, как говорил Цареградцев, переводить отсюда вот на пятую точку. Этой серии я хотел показать, что автоспорт доступен каждому. То, что не хватит сидеть на попе ровно у себя, дома, в тепле. Да, это приятно, но, черт возьми, жизнь здесь происходит. Вот она, жизнь. Если вам интересен этот формат, подписываемся, чекаем инсту, там еще больше материала. Ну, а я пошел дальше пилить для вас видосы. Thank you.